такой колокол стоит на большой площади. Братская могила погибших героев во время Великой Отечественной войны. Грустное место. Хорошая солнечная погода. Наш вот малыш все обижается. Ну, здесь достаточно так свободно, красиво. Еще по-весеннему только просыпается природа. Вот какие-то трубы вдалеке еще мешают обозревать красивый костел. А так вот мы проехали эту улицу Лазо, социалистическая. Дальше повернули какой-то Первомайский микрорайон. Ну, сейчас поедем обратно. А дальше вот улица частный сектор города Светлогорска. Папа сказал, что здесь живет меньше населения раза в три, чем в Пушкино. Вот, очень мило, так уютненько. В магазинах большие очереди. Пенсионеры стоят. Цены, скажу, что весьма дорого. Для халвы почти 70 рублей. Халва азовская, это вообще какой-то запредельный ценник. Конфеты Рошен. Конфет местных чуть маловато. Хотя считается магазин такой, как Алпи, Алти. Там реклама вдалеке видна. Поэтому нам показалось, что весьма-весьма дорого. Вот, сейчас мы направляемся в санаторий обратно. Там ждут девчонок процедуры галотерапия. Подышит в соляной пещере. Папа поплавает в бассейне, а мама сходит на лимфомат. Привет! Мы приехали на главную площадь города Светлогорска. Можно сказать, это большая деревня. Здесь большое-большое поле. Река Березенка, мне кажется, тут также протекает, где мы в санатории отдыхаем. Здесь вот малыши у меня залезли в такой кораблик, где второй малыш спрятался. Вот второй, а тут вот большой католический храм. Он сейчас закрыт, но мы вот приехали маленько побродить здесь. Практически весь город состоит из частного сектора, очень мало больших домов. Ну, девятиэтажки, пятиэтажки есть. В центре сейчас проехали до банка ВТБ, где наличные рубли не принимают. Ну, продают белорусские рубли по курсу 2 рубля. Так, или 3 рубля 24 копейки. 3 рубля 24 копейки. Вот они, мои ежики. А второй ежик? А где третий ежик? Убежал. Пойдемте к реке подойдем. Смотрите, какие зонтики тут интересные. Посмотрим, как тут река быстро. Ну, это просто какие-то конструкции.